И в начале сегодня в Архангельске на Кегострове сгорел двухэтажный деревянный дом. Два человека погибли. Как выяснилось, пожар начался на втором этаже вскоре после полуночи и быстро распространился на все здание. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым огнем. Сначала начал свет мигать. Я тоже жила вот в этой стороне, а загорелась с той стороны. Свет замигал, я дверь открыла, там уже дым валил. Я как была, так и все. И так ничего понять пока не можем. Главной задачей было не допустить возгорания рядом стоящих зданий. Всего на тушение задействовали 16 человек и 2 автоцистерны. Благодаря оперативным действиям личного состава удалось отстоять рядом стоящий двухэтажный дом. Ветер дул в сторону этого дома, весь тепловой поток был на дом, и существовала реальная угроза распространения. В доме проживало 17 человек, почти все смогли эвакуироваться самостоятельно. Хозяйка квартиры на втором этаже выпрыгнула из окна с дочерьми 4 и 11 лет. Девочки не травмированы, а вот у женщины переломы обеих голеней. При разборе завалов были обнаружены тела двоих пенсионеров, мужчины и женщины, которые проживали в соседних квартирах. В итоге без жилья остались 4 семьи, все они пока разместились у родственников. В администрации города готовы им предоставить жилье в маневренном фонде. Причины пожара устанавливаются. Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей.